Всем привет, меня зовут Виктор, ну а это продолжение обзора сервера Адреналин. Так, в прошлом выпуске я снял полмульта, и сейчас мы эти полмульта пойдем тратить. Только перед тем, как пойдем тратить, еще кое-что продадим вот этому грозному мужику в трусах. А именно, блин, я же хотел свою вот эту винтовку продать. АК-12 что ли не продается здесь? Вот же АК-12. Продать. Странно. Руки можете взять. Тоже нет. Блин, тут все есть вот эти пушки. АК-12 это, блядь. Геморрой какой-то. Нахуй тогда. Вот сюда иди. Флаги туда же, ебать их. Стопудово. Бесценная какая-то шняга. Так, давай. Скар берем. Две обоймы под него. На 40. Ну хоть на 40, это хорошо. И отходим отсюда. Так, скар у нас есть. Так, теперь мы. Скара, тебя. Тебя распродать по запчастям. Раз уж мне столько подогнали всего. То уж. Так, продать я его не могу. Приклады. Тоже не могу продать. Я могу продать только сам автомат. Но все, что у него, я продать не могу. Ладно. Так, 308. А чем отличаются патроны 308 от вот этих вот? Это... Не понимаю. Вот два варианта патронов. Что в них отличается? И почему трассирующие стоят дешевле обычных? В чем прикол? В чем прикол? Блин, мне этот петух уже там кукарекать задолбал. Коробка трассирующих 1600 стоит. В коробке 20 патронов, смотрите-ка. Внимание, теперь математика обычная. Коробка трассирующих патронов стоит 1600. А где они? Вот, а трассирующие патроны 10 штук стоят 400. В коробке 20. То есть купить патроны без коробки 800, но в коробке ты в два раза переплачиваешь. Худею с этих математиков. Сейчас давай посмотрим, до скольки она стакается. По 20 штук только стакается. Окей.
Давай 308-х купим. Обычных 308-х купим. Вот этих, например. Что это означает? 20. Так, это тоже 10. Давайте теперь купим 308-е с верхней вот этой ячейки. Купить. Что это означает? Сколько я вас купил? Также 10. Не понимаю, что это за прикол. Это баг, наверное, какой-то или что-то. Не знаю. Ну, я, конечно же, буду брать те, которые подешевле, и те, которые помощнее. В общем, буду пользоваться этим. Двадцать. Вот я вроде купил кучу патронов себе. Сейчас мы тебя зарядим. Так, это в мусор выбросим. Это выбросим в мусор. Все равно все сюда лутается. Привет. Здорово. А, блять, мне ж надо. Блять, это ж. В смысле? Как патроны? Как, блядь, патроны? Это чё за? Это чё за? Капец, блин. Что это за херня? Серьезно. А, так, патроны. Магазины. Раз, два, купаем патроны. Ну, я точно так же трассирующих возьму, они же дешевле. Че, я дурачок, что ли, брать дороже, да? Вот 100 патронов возьмем, и нам этого хватит. Сейчас мы еще зарядим обоймочки.
Так, теперь самое важное, купить на них глушителя. А, оптика. Так, оптика, оптика. Это ночное видение. Обскур. Нет. Ну, на эту должен ставиться отток. Ну, как минимум. Ну, не на эту, а на эту он не ставится. Это логично, что он не ставится сюда. Он должен вот сюда вставать. Да. Окей. Все, значит, сюда. На вот эту я беру сейчас себе ПСО. Так как это я собираюсь стрелять на дальние дистанции, тебя использовать, ты мне, кстати, вот ПСО. Стоимость одинаковая. Абсолютно. Ничем не отличается. Так, и теперь самое ответственное, нужно купить глушак. Глушитель. Пистолетный, обычный и стандартный. Я знаю, что на эту должен стандартный ставиться. На Скар. Ну-ка сюда проверим. Сюда не ставится. Так, сюда все. Я сюда правильно угадал. Помню. Ну, а значит, сюда мы берем обычный глушитель. Обычный глушитель сюда. Все, отлично. Это все в сборе. Теперь мне нужно купить еще батарейку. Батарейку. А, батарейка, скорее всего, у строителя продается. А, тут и нету этого. Типа, поиск предметов, да? Найди сам, называется, так, купить. Ну, что, полмульта бабла, что не купить-то? Что не купить-то нам денежь, батареек? Деньги есть. Так, а это все в бочку. А это все в бочку. А, ты еще все, ты еще догораешь, что ли? О, бумажку строителю сейчас продадим. Кладем денежку на счет и валим. Так, батарейка, налобный фонарик. А в бумажке ты не покупаешь, что ли? Ну тогда я тем более не понимаю, в чем смысл продажи патронов в пачках дороже и настолько дороже получается. 20 патронов в два раза дороже. А я еще 5000. Так, 193. А ну-ка подожди, а можно два раза? Да, вот это работает, кстати, что я и тут и забыл. Так, ну все, я считай укомплектован. Укомплектован. А, какое? Сейчас нам предстоит история, ага. Я не буду никакие рюкзаки покупать себе. Не хочу. Вот это мы сейчас вот сюда вот все вот так просто посложим. Сюда положить все. И можно в путь. А. Ну, тогда мой путь сейчас будет пролегать к базе охотников. Вот туда мы и направляемся со своим персонажем. Так, единственное, что мне надо поменять плечи. Вот так. Так мне привычнее смотреть почему-то. Не знаю почему, но с левой стороны, когда длинная пушка, как-то непривычно, а с правой само то. Само то. А тут нету, кстати, автобега никакого. Так, плюсик, стрелочка вверх. А, ничего такого нету. Ну, тогда бежим своими, на своих двоих, своими руками, ногами.
Я всю базу закрыл. Что, база не понял? А закрытая? Что это значит, что она закрыта? А, это, в общем, людям сначала пишешь, вот мы выходим, мы принимаем товары, выдаем деньги. Или задание. Что-то непонятно, то есть... А там вообще что на этой базе находится? Это группировка. А, это группировка там? Ну, да, это группировка, база охотников. Понятно. А лесник это так, кто такой? Торговать? М? А лесник это кто такой? Лесник это NPC, который тоже шкуру скупает. Ага, а база охотников здесь что покупают? А, так, мы пока что скупаем шкуры, вот это в Дискорде есть. А так, еще будет настраиваться до конца сервера. Там кубка тоже будет настраиваться до конца. Ага. Ну пока что только шкуры, да? Ну да, а так еще мясо. А, еще и мясо. А вы что, дороже покупаете, чем лесник, получается, или что? М? Дороже, чем лесник покупаете? А, вы дороже, чем лесник покупаете, получается? Ну да, сейчас тебе даже скажу. Ну а так в Дискорде уже выкладывали, сейчас гляну. Сейчас узнаем. Сейчас нам скажут. А, это база, значит, охотников. Теперь я хоть понял. Блять, я-то думал, я попью водички хоть здесь. А хуй-то там. Это что у него? Ствол торчит там. Так, нашел. Шкуры медведя 12 тысяч, олень 6 тысяч, волк 6 тысяч, корова 5, овца 5, коза 5, свинья 5. Ой, коза 6 тысяч. Ага. А свинья это кабан, свинья это вот... заодно, да? Нет, это разное. Там еще кабана нам не добавили, вот А-а. Будет тоже добавляться. А стейки покупаете, кабани? Будем покупать, но это попозже. Ага. Они также будут самыми дорогими, да? Ну, там они уже будут дешевле, рублей по 300, наверное, по 500, где-то так. Там, это у вас или где будут они по 300, по 500? Это у нас, скорее всего. Я точно еще цены не знаю, это глава занимается. А, ну просто они вон на этом, на трейдере, там-то они, блин, по косарю, короче, на Надежде продаются, самые дорогие. По косарю? Угу, кабани стейки. Они дороже а, волчьих. Да, именно кабани. Mm. У меня такое просто, с чем себя. Это связано, блин? Ну, это будет все настраиваться до конца и так далее. А что, сервак недавно, да, открылся, получается? Да, вот третья или четвертая неделя еще с модами, вот и настройка идет и так далее. Mm-hmm. Ну, понятно. Я смотрю, то что это там, патроны одни и те же дублируются. Какие-то предметы какие-то не покупает. Ну тут вон, видишь, и торгаша тоже добавляют постоянно. Да я-то вот зашел тут, что играю совсем недавно. Тут кого тут что добавляют? Давай. Бегу, осваиваюсь. Ну ладненько, удачки тебе, спасибо за консультацию. Короче, сервак. Сервак получается совсем молодой. Месяца еще нет, там 3 или 4 недели, типа, да? Так, тогда... База охотников, понятно, это значит... Это значит... Что дорога сейчас у меня лежит кабанина. Это ближайший для меня будет источник питьевой воды. А с кабанина и на ВМС-очку можно. А с кабанина можно и на ВМС-ку.
Ну вот и миска раздобыли. Самец косули. Самец косули. Так, ну что, добежали до водички. Сейчас попьем.
Промазал. О, кастрюлька. Обрез тозовки. Кастрюльку возьмем. Трекинговая. Твою ж дивизию, смотри, она откуда бежит. С того конца города, ёптать, побежала. Шапку возьмем тоже. С того конца города бежала. На помощь своим сородичам. Так, чё, у меня теперь есть кастрюля. А это значит, что я могу теперь тебя заполнить. И могу из тебя попить. Вот так-то. А еще я могу сложить туда мясцо. Прям 6 кусков. Ой-ой-ой, я уже перепил. Лаги. Тундра. Тундра. Так, осталось только проверить. Пока что еще ни пушка, ни глушитель, ни коцаные. Отстреляно 10 патронов. О, налобный фонарик. Налобный фонарик. Компас. Тебя я не беру. Побежали военочку. Сейчас. Лутанем.
Все на месте. Давай посмотрим. Ёб твою ж. Калитка. Вышел сразу. Сразу вышел. Встречать нас гости. Ух ты! Кореша! Ага! Понятно. Прям тут это. Чувствительность-то, смотри какая. Слышимость. А это вообще, бля, это зомби-терминатор, что ли, или чё? Сколько в него надо выстрелов сделать, чтоб он откис? По-моему, что, я мажу или им урон не регает? Он, походу, забагованный или что, я не могу понять. Но это либо какой-то усиленный какой-то. О, полевой рюкзак. На 90. Броня, да? Жратва. Он либо забагованный, либо что? СО один. Это 500 рублей. И это я помню. Еще какой-то хер там носится. Так, давай сейчас зарядим до конца. Скорее всего, в этой, в избе закрыт. А может, на крыше бегает? Может, на крыше бегает, да? Так, хирургические перчаточки возьмем. Потому что они занимают один слот. Они занимают один слот. Это что? Миник. Так, вот это вот надо быть аккуратнее, надо дверочки закрывать за собой. О, МК, М16, а чё ты с собой? Мы 5.56 на 45. Ну ты мне не нужна, ты мне не нужна. Универсальная поясная сумка. Так, а у меня еще жилета нету. Давай я тебя возьму, потому что возможно сейчас и жилет тут найдем. А он, похоже, там закрытый. Иначе он бы уже, наверное, мне компанию составил бы, да? Давно. Еще. О, это универсальная поясная, кстати. Это сильно поврежденная, это поношенная. Вот, плюс у меня ремень нашелся тут. Так, ты чё? К-74. С обоймой, со здоровой обоймой. К-74. И прицел обойма. Нормалды. Так, это ФНПП. Так, Вайга. Ну, это мне не надо. Мне в основном патрончики нужны. А, кстати, вот этот... Я вот этот прицел, кстати, лутанул. Ну, черт, на черта я его лутанул. А? Зачем? Можно тут полутать. Просто пушки... Есть тут что полутать.
бомбовый противогаз. Так, давай мы тебя возьмем. Вдруг нам сейчас что-нибудь. Наш бан тут пипи прилетит. Мы хоть тебя оденем. 45-ки. Неинтересны, кстати, да? Я надеюсь, я их не собирал. 308-е. 308-е интересные. И 7,62. А, ну да. Хер голландский. Нехрен сидеть, когда боевые товарищи твои там жизни отдавали. Спрятался он тут, понимаешь ли, блин. Универсальный фонарик. Ну, шлем. Вот прицел возьмем, может. Захочу поменять. Так, это... О, авиаторы, авиаторы. А, блин. Я не могу одеть авиатор, потому что у меня где-то это. Еще одна МК. Дым-граната. Барака. Коллиматор. Я не собираю этот лут, потому что он мне... Как бы... Не нужен. А не нужен по той причине, что у меня при старте полмульта. Так как я на этом проекте задерживаться в любом случае не буду. Я тут не буду развиваться капитально там, да, корни пускать. То есть я себе взял основных два оружия, которые мне интересны, с которыми мне удобно играть. Так, что такое Томпсон? Это пулемет, да? 5 килограмм вешаешь. И Вайга. В принципе, как видите, на военочках можно здесь найти что-то интересненькое. Что-то интересненькое здесь найти можно. А, чё? Вот, даже камуфляжная сетка. Ну, камуфляжная сетка стандарт, да, тут. Тут она тоже не исключение. Пятаки... Так, это у нас боевые перчи. У меня какие? А у меня тактические. Тогда надо менять. Срочно. Срочно нужно менять. Так, отток. Отток еще возьму. О, вот это. Вот это сила, кстати, сила. Обожаю твой такой прицел. О, они отрезались, что ли, заново уже? Да не, ну положить-то я их положу. Они не жесткие. Ремешок для очков. А мне бы хотелось бы шлем найти. И ПНВ-ху. Че, три вайги. Три вайги, вот, пожалуйста. Любителям дробовиков тут прям рай. Рай для любителей дробовиков. Че, сейчас на СЗ-шку сбегаем? Тут же недалеко. Компас. Ну-ка, а с таким компасом будет? Штурмики, подожди. А, у меня что же штурмики? Штурмики у меня есть. У меня вот нету тряпок вообще. Ни бинтов, ни тряпок. Единственный, блин, бинт, который у меня был, продался вместе с курткой. И сейчас любой маломальский сраный зомби, который меня хорошо приложит, меня покалечит, я... И все. Мне хана. От кровотечения сдохну.
Молоток, вот, ему только останется. Что за херня? Это кто-то тачку заруинил, что ли? У вас АК. Прикольно. Кто-то заруинил тачку себе. Ага. Вот тебе и годмод. Пожалуйста. От воды руинятся машины. Ну что, человек, я тебе соболезную. Что поделать? Ну-ка, у тебя лута никакого нету. Ну хотя посмотри, сколько. 100. Ну смотри, тачка на 100 слотов. Есть слот под бензин. Какие-то. А, морской сундук. Wooden grade. Деревянный сундук. Под аптечку. Оружейный. Оружие, да? И 100 слотов. 100 слотов. В кузове. Обзор заруиненной тачки.
Ну что, проверим, что такое аэропорт СЗ. Удастся ли мне раздобыть? Так, ну давай хотя бы такой же жилет пока оденем. Слотов побольше будет, да? Конечно, сразу стамина половина. О, у меня фонарик, что ли, включен? Оно уже темнеет. Стамины половина сразу. Но мне сейчас стоит здесь пукнуть. И снова вся СЗ тут побежит на меня. И 35 патронов мне может не хватить. Пицца на СЗ. Блин, здесь кто-то бегает. Лутается или что? Смотри, книга нашлась. Russian Learning Book. Не помню сколько, но она, по-моему, хорошо стоит. Десятку, по-моему, она там, или пятнашку. Что-то такое стоит. А что тачки? Это чья-то машина? Как вот? Что-то я... Как понять, блядь, чья-то это машина или кто-то лутается? Почему у нее этот? Открыт капот. Касса ПДВ. На пятаках стреляет. Я вряд ли здесь найду что-то из оружия, что, ну, лучше, чем у меня. Ремень уже есть. Просто хочется найти патроны. Ну, и вообще посмотреть, что здесь можно найти. А, ремешок. Так, там рюкзак. Ну, это штурмик на 43 места. Так, зомбаков пока не видно. Меня не столько здесь смущают зомбаки, потому что от зомбаков я как бы еще там отобьюсь, а спрячусь, найду куда свалить. Да? А то, что может просто химка упасть в тот момент, когда я буду заперт с зомбаками в казармочке. Блин, я никогда, конечно, это не любил лутать эти казармы, потому что... Как по-моему, так в них лута ни хера нету. Дождь пошел. Эти двухэтажные офицерские казармы. Что, блин, вот так можно посмотреть. И там видно, что ничего нету. Блин, непонятно, эта тачка тут заспавнилась или что? Открыть. Канистра, ружье. Но это чей-то лут, походу, тут лежит. Ага. Аккумуляторы и свечей нету. Ну, есть канистра с бензином зато. А, нахер мне бутылка, если у меня целая эта кастрюля. Опа! Тут контейнеров нету. Чтоб от вас, мудаков, прятаться. Ну, залезть куда-то повыше. А, хотя вон есть контейнер. У меня стамины просто может не хватить на него залезть. Но если что, до вышки бежать. И на вышку залазить, да? Ну или пасть героям, да, смертью храбрых, отстреливаясь тут.
Что это такое? 9А. Еще и с таким прицелом. Я охренею, конечно. Вот это сочетание. В принципе, для любителей, не знаю, там этих ПП-х. Так, вон там шайтан стоит. Давай мы сейчас... Сейчас попробую добежать до палаток. По крайней мере, там удобно отстреливаться. И удобно лутаться. Нежели по вот этим, по всем. Беспонтовым, блядь, казармом. А сколько, кстати, книжка вешает? Килограмм. Книга вешает кило. Листик 7, ого. Блин, я думаю, что у меня звук, а я его убавил. Но этот не продается. Этот не продается. Так, залазится сюда, хорошо. Тогда ведем огонь на поражение. Кто-то прибежит на помощь. А? Есть желающие помочь ему? Тачки гоняют. Походу желающих нет. Походу желающих нет помочь этому бедолаге. Хотя вон там какой-то ходит. Но он явно не проявляет интереса.
пистолетики. Опа. Тебя я, кстати, возьму. Сколько ты 3 килограмма вешаешь? Ну, стаминку подъела, но... По-моему, ты что-то там из категории дорогих была. Как вроде мне запомнилось. Для винтовки. Ого, ебать, какой ты яркий. Я привык, что, знаешь, красным фонари светят, и как-то это, а, уничтоженный, блин. А этот светит, да еще так ярко. Так, я в этот еще, у меня ничего не сложилось в баллистикал. Так, ну вот на эту штуку что я залезть смогу? Смогу. Значит, нормально, живем. Рация с батарейкой, кстати, значит, окей. Блин, он так светит ярко, что даже непривычно, серьезно. АЕК. Серьезно, аж, блядь, это, знаешь, глаза аж это в маленьком помещении. Болеть начинают, то есть настолько... Яркий фонарик этот. То я привык, что у меня какие-то были там налобники, так они красным светили и еле-еле, бля. Это как прожектор ебашит. А ты у меня каким цветом? Синий. Может, они поэтому и отличаются? Один синий, а другой там типа оливковый. Они по-разному светят. То есть один красным светит, а другой нормальным.
стрелялись. О, блин. Обморок, ты-то что здесь стоишь? Барака. Так 9. Кольно. Так 9. Сразу вспоминается КС-ка. Смотри, еще одна вот такая херня. И ВСГшка с баракой. Прицел на Вайгу. Стамины еще минусанулись. Так, это под что? Вайга. Да не, Вайга как бы неинтересна. Вайга неинтересна в принципе вообще. Типа все расцветает уже, да? Наверное, можно было и обойтись без фонаря. Кстати, да? Наверное, можно было... О, давай. Эти возьмем, это же для... той крутой пушки, которую я залутал. Томпсон еще один. 4×32, давай возьмем. Хотя, зачем? Если я там прицел выкинул. Так, а в этой казарме я был. Зачем я его сейчас повторно лутаю? Да? Резонный вопрос. Так, это не то. А есть патроны там 308 или 762 на 54? Как-то. Или нет, их только покупать. Ну это вот пятерки все. Похоже, их только покупать, да, надо? Найти как-то сложновато. Так, ну палаточки лутанул. Палаточки лутанул. Особо тоже ничего интересненького не нашел. Началось падание. Так, обычная ВСС-ка. Нет, обычную я брать не буду.
Зачем она мне обычная, да? Если у меня есть в оплетке ВСС-ка С. И как она, ВВС-ка там, как ты называешься? ВВС-ка. Old Handmade. Блин, главное на меня не упади. И все. И будет мне счастье. Пойдем с тобой. Ну, тут как таковая актуальность поиска лута, она отпадает. Актуальность поиска лута. Так, 30 и около 2 килограмм. Давай-ка мы тебя вот, кстати, заменим, да? Это ж, наверное, будет логичней. 30 слотов и вешает всего около 2 килограмм. Или эта херня с 24 слотами и вешает 7 килограмм. То есть плюс 4 килограмма высвободили. Че-то ПСО 1, да? Я в какой-то, конечно, непонятной произвольной последовательности что-то лутаю. Хер его знает зачем. Ну вот эти сейчас проверю я. Вон те здоровые ангары. Жилет, конечно, хотелось бы найти. Блин, надо было там рюкзак тут взять. Там-то, наверное, канулевый был. А не то, что мой сильно поврежденный. Еще тека. Так, пистолет, пулемет. А куда, кстати, эта бомба-то упала? Что-то я не вижу. Я думал, где-то на СЗ грохнулась. Обычные жилеты. Разгрузки нету. Пока 12. Я еще и Три Томпсона, АК, куча Вайга, а ну или Вайга на ВМС Милитари у меня была. Шлатик. Портики.
Тоже кепка какая-то тут переоделась, добежала. Так, а здесь же где-то еще же они есть такие сарайки. А, ну, в принципе, да. Где-то вот здесь. Просто неохота стрелять, блин. Сейчас... А, вон, вижу, где химка упала. У зомбаков тут слух повышенный. Побегут, начнут автографы просить. Еще Томсин. ДДМочка. Ну вот это сочная тоже пушка. Лампа. Строительная. Ну, кстати, да. Самое место строительной лампе здесь быть. А, подожди, здесь уже к маркеру. А, к маркеру-то вон туда. То я чуть-чуть за пределы уже выбежать собрался. Блять, сраные вояки. Блин, почему на СВД нельзя ток поставить? А? Вроде с глушителя стреляешь, все это тихонько делаешь, а слышат. Чувствительность у зомби повышенная. Камуфляжка. Кому на базу, тут прям камуфляж надо налутают вдоволь. Еще один. Кобуру. По приколу, да, лутанем. Пистолета нету, кобуру. Вот будем носить. Ой, блин, берите пушку на пятерках. Так, а чё я маркер сейчас попутаю все маркера, блин. Не прогадаете, патронов
на пятерку спавнится до жопы прям. Вот. Блин, а я что, наружу вышел? Так, нет, мне наружу-то не надо еще выходить. Рано мне еще, рано. Что еда расходуется меньше, чем вода, что ли, или что? Это чё? А, это карабин, походу. Карабинчик, карабинчик. Да ладно, разгрузку нашел. Обалдеть. 0,25 килограмма вешает. Представляешь, какой он легкий. Плюс все-таки не зря я эту сумку таскал. Теперь хоть можно поэтовать. Кто еще тут найдет, да? Нормально. То есть вот эта штука вешает 2 килограмма, и тот 0,25. Больше 1,5 килограмма высвободилось. Так, а ты? Ты, по-моему... Да, ты побольше заряжен. Так, это боевые перчи. USG каска. И еще противогаз. А что случилось? А, я думал, типа, бля, какой-то рестарт или что? А что случилось? Почему у меня все зависло нахер? Что, рестарт там или что? Это странно как. А, у меня просто крашнуло, да? Чудесно. Просто крашнуло.
Чё? Missing trader, data from server. Ничего не понял. Какая missing data? Что вам нужно? Шлемак. Но, к сожалению, не тот. Не тот. Ты же тяжелый, да, шлемак? И высокую. Давай, ладно, тебя оденем. Я же на жилете высвободил слоник. Бля, зачем ты сразу его напялил-то? А? Вот, давай цивильный рюкзак оденем вместо вот этого говна, что ты носишь, ходишь, с которым ты ходишь. А? Вот. Так, это жилет тактический, который 2 кг тоже вешает. И вот в эту сейчас заглянем и стартанем к этому. Непонятно, через какой промежуток тут рестарты. Черт их знает. Гивенши и АЕК. Ясненько. Башка зомби, трейдер надежда. Блин. О, я жрать наконец-то захотел. Лучше будет заряжено, как подобает, нормально. Так, а где у меня, кстати? А, это здесь все лежит, да? Лады. Загодишься. 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 Возьмем, посмотрели, раз я уже отсюда убираюсь во свояси, можно тебя и взять. Ну, экзоскелетами, я так понимаю, здесь не пахнет. Их тут нету. Сейчас
добежим до трейдера, продадимся и посмотрим, сколько же я, в принципе, смог залутать. Ну, это при условии, что я не брал абсолютно все. Я абсолютно все не брал. То есть я брал просто выборочно, взял несколько пушек, обоим, по-моему, даже ничего не брал. Какие-то противогаз, там вся эта херня. Прицелы. Ну, прицелы я помню, они по 500 идут. Прицелы по 500. Можно продать. Нормально там так обустроился.
Вот что. Собственно говоря, почему бы и нет, да? Собственно говоря, почему бы и нет, когда да. Ну-ка, давай-ка мы, как настоящие профи-снайперы. Все? Я думал, будет сложнее. Без привлечения лишнего шума из деревень. Сделали. О, нормально. Сделали работу чисто, аккуратно и красиво. Надо вас проверить, потому что сейчас патроны но есть у вас, нужны мне. Хорошо, ну, не трассеры, и тем не менее, и все же. Коля Кобра. Раз уж я до на трейдер возвращаюсь, что можно тут и такое... полутать добро. Еще Коля Кобра. Магаз под ВСД. Что-то, наверное, это надо было не на СЗ бежать, а здесь сидеть. И патроны, и магазы. Калаши. Галя. Ух ты, Галя даже здесь. Ничего себе. А мне есть куда тебе какой-нибудь пристроить, Галя? А, не, я же. Я же все. Все, Галя, извини. Извини, Галинка. Для тебя местечка нету. Лежи дальше. О, еще шоколадка. Что это за машина, блядь? Тебя может подвести? Да не, мне тут 800 метров осталось.
Ну-ка. Давай возьмем тебя в руки и попробуем продать. Можно ли тебе продать? Ну, по всей вероятности, тебя я должен продать вот этой, которая шмотками торгует. Барышня. И чё? Нарукавная повязка, да? Обычный авиатор, ремешок для очков ночного видения. Так, о. Продать тебя можно. Так, хирургические перчи продать. Боевые оставить. Головные уборы. Шлем. Так, штурмовой шлем. За 500. Можно продать. Ага, охотничья куртка. Второй раз я так не поведусь. Отдыхай. Так, броник. А это разгрузка. Разгрузка, штаны, патрульки, ботинки, штурмики, маскировочные костюмы, ремни, тактический. А он у меня один всего. Так, поясная сумка, альпинистский рюкзак. Продать. Вот, а полевой рюкзак за 1500 можно продать. А еще плюс тут какие-то разные. Вот такие есть. MVC, рюкзак, химкостюм, ротик. Ну, 2000 забирай. Забирай. Дарю. Забирай, дарю. Так, это не стала она покупать. Или я не стал продавать. В общем, как-то что-то о чем-то. Кастрюлька коптит. Коптит кастрюлька. Народу-то тут, в принципе, люди играют. Или это тот, который сейчас проносился мимо меня? Хотя нет, тут по-другому был одет. Готовилась. Админ. Прикольно. Снегом. Так, что проверим?
надпись. Теперь хоть понятно, да, что типа админ это админ. О, блядь, исчез. Исчез, товарищ администратор. Чё, мало тебе, что ли? Чё, мы все 5 будем есть? Давай-давай, съедай, наедайся. Наедайся. Тоже сжигает его, походу. Кстати, проверить надо, чё. А. Слушай, у меня глушитель уничтожился. Прикольно. Глушак-то уничтожился. Быстро. Ты уничтожился, я тебе скажу, очень быстро, прям как-то даже это, ну, глушаки руинятся, значит, вот пушка, кстати, посмотреть износ. Но если глушак уничтожился, значит, хотя бы пушка должна была перейти в разряд поношенной. Блин, 5 стейков из оленины. Ну, а пушки хоть бы хер, кстати. Пушки хоть бы хер. А вот глушак уничтожился. Пять вареных оленьих стейков сожрал. И ему все мало. Так, сейчас мы продаем. О, кстати, это тоже надо рассоединить. Еще, блин, кто-то прибежал. Ну, судя по тому, что с таким рюкзаком, похоже, тоже печенька какая-то. Ебать, слушай. Сервер-то довольно оживленный. Магазины. Так, ВСС-ка. А ВСС-ку продать? Эту продать. Чё так? Так, цевьё. Оптика. Так, мини-прицел. Продать отток. Блин, прицелы выгодно продавать. То есть прицелы, по сути, выгоднее лутать, чем пушки. Место занимают меньше, стоят дороже. Блин, вот у меня только вопрос. С оружия у меня не снялись сейчас прицелы? Не, на месте стоит, кстати. Хорошо. Так, а гранаты? Шумные. Гранаты же тоже покупали.
чем в продаже нету этого? Так, ну оружие должно где-то у тебя же быть, да? Граната, скорее всего, тоже у тебя. Нет, гранат тут не видать. Что, у тебя тут гранаты, что ли? Стрепетнашка книга. Нормально, повезло, да, книжку залутать? И все. Так, очки, но это там продать можно. Еще пепси выпить. А гранаты что-то непонятно, шумные светы, где можно продать. Так, вот это в мусорку, точнее вот сюда, сжечь тебя пока, да и тебя сюда же. Так, ты и ты. Все, сколько бабла подняли? С учетом того, что там просто как бы так выборочно лутался. 43 тысячи. Что я могу сказать? В принципе, бабло тут фармить довольно-таки легко. То есть довольно-таки легко, учитывая, что тут при старте дается, короче, много денег. Куча прям бабла, пол мульта дается при старте. То еще и фармить их, в принципе, не составляет большого труда. Ну, если ты, конечно, не ленивая жопа, то нафармить себе еще денежку тут прям проблем не составит. Запросто можно купить себе автомобиль и начинать на нем лутаться. Так, ну что я хочу сказать? Ну, в любом случае, больше я выпусков по этому серверу делать не буду. Для меня он лично не интересен. Тяги он у меня никакой не вызывает, чтобы продолжить на нем играть. Я для себя посмотрел какие-то основные моменты, основные аспекты. Постарался показать их вам. Ну и будем с этим сервером прощаться. Спасибо тебе, сервачок, за то, что принял. И пока. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.